Заказ мой пришел, прямо вот знаете, тютелька в тютельку. Что я заказала? Мясо свинина, стоимость за килограмм 371 рубль, здесь на 352. Куриные окорочка. Кстати, вся сумма 2500 только что оплачивала, просто сразу говорю, что если вдруг кому-то интересно. Капуста свежая, молодая. Два авокадо. Один жесткий, один мягкий, плохие будут, блин. Вот 100 раз говорила, не заказывая, Оля, там, свекла. 100 раз сама себе говорила, сама выбирай авокадо. Я вижу уже, что будет один плохой, один слишком жесткий. Морковка. Кабачков очень захотелось. Огромный доместос. Моя любовь. Всю им драю, люблю его. И шоколадки. И что тут? Адамас, серебряная подвеска, бесплатно. Отлично. А можно было сразу привезти мне ее бесплатно? Не хотят. Ну ладно, как хотят. Сейчас, погодите, на авокадо посмотрю, окончательно расстроюсь, что они паршивые. Угу. Смотрите, вот я вам сейчас покажу, смотрите. У меня аж палец проваливается. Ну, плохое, плохое. Даже разрежу, специально вам покажу. Как надо выбирать авокадо? Ну, вот это слишком жесткий. Я его положу к бананам. Очень, прям как камень. Им гвозди заколачивать. К бананам, когда станет мягенький, чуть-чуть, тогда готов. Этот слишком мягкий, прям как будто пустота внутри. Нажимаешь на шкуру, а у него как будто пустота внутри. На выброс. Жалко. Жалко не потому, что заплатила деньги, хотя и поэтому, а потому что я знаю, что, блин, не заказывать, я все равно привезу не то, чтобы ты выбрала лично. Все равно заказываю. А это жесткий. Смотри, зря начала резать, прям хрустит, как яблоко. Все, расстроилась из-за авокадо. Забыли про него. Кабачки. Не знаю, то ли просто пожарить, сделать рагу, то ли сделать кабачковые оладушки. Посмотрим, что именно у меня будет. Это будут у меня ежики. Это будет у меня... Не знаю, что... Что там будет. А капустка... Думала, может, салат или, может быть, борщевского сварить. Тоже разберемся. Ну и шоколад, это мне для десерта. Для десерта я хотела какой-нибудь тортик. А морковка для супа. Все, друзья мои, распаковка состоялась.